Господи, блин, чё вы такие? Все просто... Просто я побегу. Извините, то, что я сейчас молчал, хотя вы, возможно, меня даже не слышите. Серьезно? Все. Черт-то да. Давайте, просто дофигище, идите, идите сюда. Чё, а как там пройти тогда? Вот тут. Чё, они просто такой-такой будут. Просто нереальный. Я знаю то, что я вот, ну, кладом вынести. Луис. Луис и Билл. Так, Билл и вылечу. Там танк, что ли, на них пошел? Луис, вставай. Ай, Луис, 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 быстрее. Все, четенько, валим всех их. Да! А, нет, не танк. Я же испугался. Подумал танк. Ой, господи. Кого Билл? Где тут Билл? Ты Билл? О, извини, Луис. Но Билла меньше хп. Ладно, мне придется делать вот так. И побежать туда. О, я знаю. Как можно пройти аккуратненько. Например, убить его, прибежать здесь, спрыгнуть и... Господи, он уже, да, рядом? Ребята, так не умирайте, пожалуйста. Вон он. Их двое. Фух. Что, допустим, все, погнали. Ой, надо выбрать. Все, погнали, погнали. Быстрее. На мост. Вставай. Погнали. Вон туда. О, нет, я знаю, что сейчас будет. Опять какая-нибудь лава. Блин, они вообще сейчас дико толпу попрут на меня. Вот что значит жертва. Эй, вы все готовы? А где Зоя? Луис.
И как мне добраться? Воу! Или только расстрелом? Как мне вниз спуститься? Идеально! Просто... Это хард, ребят!